Ну что, друзья, цитадель Магнета. Это означает финал. Финал Дэдпула. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. И да, давайте закончим прохождение этой офигительной игры. Maybe we should wait for them. What? No way. We're taking Sinister down ourselves. This is our game. This is our game. Holy crap, that's a long way down. Нифига, а тут реально высоко. Screw that. We do our own stunts, Pansy. Да, у меня, кстати, на всякий случай есть еще кунаи вот эти. Но я думаю, я ими пользоваться вряд ли буду. На протяжении вообще всего прохождения. Ой, а у меня там на клавиатуре показали почему-то как забраться. Алло, я ж на геймпаде. Э, чё за... Алло! Извините, пожалуйста. По-моему, это... По-моему, все очень плохо. Вам так не кажется? Я не понял, у меня геймпад не работает или что? Вроде как работает. Но такое чувство, что нет. Окей, я убил громовержца этого долбанного. А, тут еще вот этот остался. Давайте, чтобы они нам не мешали, да, вырубим их. Вот так это и делается. Так, по-моему, все, больше этих уродов нету. Так, осталось только вот так сделать. И опять через клавиатуру почему-то управление показано. Да что ж это такое? Ладно, погнали. Да не того ты, ёж. Ну ладно, вы поняли, сейчас будет прикол. Ну залазь, ё-моё. О! Чтобы мне в игру не пришлось перезаходить из-за этого. Надо разгон набрать. Да алло, ну давай, Дэдпул! Он у меня просто стоит в этом стане, и все, нихера не делает. Дай-ка я поредению немного, что-то мне плохо. Shift пробел, да какой нафиг shift пробел? А, вот что за урод тут у нас опять появился. А эти громовержцы... Мне не надоедает появляться тут постоянно, алло? Спокойно. Play game! Все. Армородаватель убит, скажем так. Найс. Еще кто-нибудь есть? Вон эти уроды. Готово. Готово. Get ready to bleed, говоришь? Yeah. Да, немного неудобно, к сожалению, будет играть. Потому что клавиатурное управление игра показывает. Я не понимаю, кстати, почему. Такого не было за все эти разы. Короче, я сдолбался. Мне надоело. Эти блоки непробиваемые надоели. Так, сюда. Я думаю, кстати, последние апгрейды какие-нибудь куплю на оружие ближнего боя, скорее всего. Давайте сразу глянем. Да, как видите, у меня тут не все куплено. Ну, посмотрим. Может быть, возьму вот тот урон самый. Тот самый урон. Так, тут у нас ничего нету. Ха-ха-ха-ха-ха. Бонусы. В смысле? Ты не можешь допрыгнуть до туда? Блин, братан, ну ладно. Ну, в принципе, что там, что тут. Суть бонусов одинаковая. Нормально, десяточку халявную получил прямо перед финалом игры. Так, ладно, погнали далее. Это предпоследняя локация, просто держу в курсе. А дальше будут финальные боссы игры. До туда я, наверное, не допрыгну. Да и до туда, кстати, не допрыгну. Так, стоп. Чё-то я не понял. Ага. Спасибо еще за бонус, конечно. Во. На, на, на. Все.
Как хорошо, когда есть импульсная винтовка все-таки. Я не знаю, я очень рад, то, что она есть в этой игре. Я нажимаю Б. Теперь вы поняли, почему я бомбил по поводу того, что у меня управление на клавиатуре показано? Когда у меня Дэдпул вниз падает, я нажимаю Б, чтобы сделать телепорт, ну, на геймпаде и выжить. А у меня не получается это сделать. Потому что управление клавиатурное какого-то хрена в игре сейчас работает. Ну и ладно. Я просто надеюсь, что таких моментов больше не будет. Только вот один такой. Окей, постараюсь просто поаккуратнее это все делать теперь. Я, кстати, думал, что туда можно телепортироваться, но раз нельзя. Опять-то что? Ой, у меня патроны к винтовке кончились. Кстати. Ну, давай. Какие же вы трусы. О, еще один. Нормально, комбо 20. Стандартная комбо в 20, когда с УЗИшки кого-то убиваешь. Так, ладно, окей, что там дальше у нас? О, засада. А, кстати, давайте возьмем оружие, чтобы камбуха копилась на нем. А, кстати, блок работает вот этот, когда Б надо нажать на геймпаде. Готово. Все, всех убил. Дэдпул, да, есть такой. О, маленькая платформа. Наверное, это плохая идея с пистолетом это все делать. Очень плохая, я бы сказал. По-моему, ему насрать, если честно. Да, ему, по-моему, вообще насрать. Я не могу подвигаться, потому что у меня импульсной винтовки нету. Я не могу его ваншотнуть. То есть, если я буду двигаться, одно и то же произойдет. Опять спрятались. 50 комбо. Наконец-то. Братан, только не прячься, я тебя умоляю. Нет, 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 нет. Ну и дерьмо. Попробуем пистолет взять. Хоть как-то надо добить его. Так, до сюда допрыгиваем и берем телепорт. Я нажал на телепорт, ну игра, ты серьезно? Never speak of this. Он правильно сказал, просто ни слова, блять, об этом. Очередная попытка. Сюда. Блин, он там теперь спрячется. Надолго. На, на, на. Во, теперь телепорт сработал. Ёб твою мать. Если бы он меня сейчас вытолкнул, я бы удалил эту игру. Клянусь. Иди сюда, урод. Дострелялся. О, вот это сейчас весело будет. Сакет гравити, как говорится, да. Нет! Тихо, 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 тихо. Надо еще комбо накопить на импульсной винтовке. Как говорится, тейкдаун. Ёб твою мать. А можно эту кинуть? Гранату? Найс, нормально, да? Чё, братан, камбуха-то почти собрана. Да только она мне не пригодилась, к сожалению. Давайте сделаем тогда по-умному.
чтобы импульсную винтовку мне потом просто так не брать в руки, для того, чтобы комбуха была, сделаем просто по-умному, перед финальным боссом. Мы сделаем вот так. И вот так. А когда будет пистолет, еще купим тейкдаун на него. Да, я резко передумал покупать апгрейды именно на оружие ближнего боя. Точнее, докупить. Реально, лучше закупиться тейкдаунами на все остальные оружия. И все. И просто. Все очень просто. О, опять ты. Ну иди сюда. Ой, как хорошо, что он за одного боя ему сдох, если честно. Так, давай. Well, where is it? Where's what? Your big stupid question. Oh, you mean, where are we now? There it is. We're near Magneto's old citadel. Sinister's holed up here somewhere. What a deadbeat. He's such a squatter. You look like you needed some air. Wow, that citadel is huge. Magneto liked big things. Yeah, but I bet his wee-wee is tiny. Hello, compensation. У всех по половине хп там. А во. Урон маленький, потому что не оттуда. Не оттуда стреляю по ним. Видите, я по ним попадаю, они тупо за стены уходят. Слушайте, я так сейчас и помереть скоро смогу, поэтому давайте-ка как-то продолжим это все дело. А как мне допрыгнуть вот до сюда? Вот так, наверное. Мне иногда кажется, что в один прекрасный момент я просто не допрыгну и все. Короче, задолбали. Погнали воевать. Время для бани. Кровавой бани. Да, это вы, конечно, хорошо подметили, только мне вниз-то падать нельзя еще. Иначе кровавая баня будет у меня скорее. Ой, а там бонус еще есть. Он не умер! Он вниз не упал. А он собирается... А, во, все. Вот теперь другое дело. Так, там находится бонус. Давайте, может, возьмем их, сходим. Понимаю, что проблема с прыжками, но... Остаток бонусов, если честно, не хочется терять, если так подумать. Но если что, это же все равно моя ошибка будет, правильно? Не, вроде нормально, допрыгнул. Так, теперь надо на пистолет купить тейкдаун. Пистолет. Все, взяли. Стоп, а у меня что еще на пистолет не куплено? А, у меня патроны не куплены. И урон не был куплен, нифига себе. Ну ладно. До этого не дошло еще, как говорится. Давай, давайте дробовик возьмем. Патроны, кстати, что-то не падают на импульсную винтовку, если честно. Давно уже не видел такого. Ёб твою мать. Успел. Успел. А, толку, я сейчас все равно сдохну. Пришлось на клавиатуре нажимать кнопку. А, я так понимаю, все бонусы можно подбирать заново, да, теперь? Не, я этого делать не буду, как бы. Улучшения-то все сохранились? Да, они все сохранились. Там просто после сохранения можно... Это как его? Опять все бонусы подбирать заново. Мне надо их как-то вырубать, потому что это нереально. Я теряю слишком много хп, когда поднимаюсь к ним постоянно. Я теряю слишком много хп. Во, видите почему? Он опять все блочит, смотри. Вот. А вот сейчас наконец-то все будет нормально. Я, кстати, до сих пор не понимаю, в какой момент игры я пропустил, что у врагов урон от огнестрела стал такой мощный. Раньше я выживал на изи просто. Да вы сами это видели даже.
Так, эту дуру ему огненный щит дает. Я ее не вырубил! А, вырубил. Шайни! Иди сюда, Шайни. Во, все, так и надо. Так, а дальше я допрыгну, да? Да. Это то, что я вырубил, конечно, круто. Найс. Готово, вырубил. Ну что, у вас там есть еще кто? Может, я кого-то забыл? Да, забыл. Урон слабый. Можете гранату кинуть, братан. Он чуть сдох. Или он там не помер вообще? Не, вроде помер. Ну ладно, я думаю... А дальше можно пройти? Йоу! Это был тейкдаун с помощью дробовика. И комбо 74 я получил. Ух, ё-моё. Импульсная шняга. Вот этого боя я ждал вечно. Ау! Да ло! Нет, нет, не трогайте меня! А какого хрена им эти огнестрельные пионы помогают? Алло! Зачем этих рабов-то вызвали? Алло, кто рабов вызвал? Подождите с своими рабами-то. Погоди, погоди, так нечестно. Зачем огнестрельных этих-то вызвали? Я так не договаривался вообще-то. Мы так не договаривались. Я не против с этими повоевать. Но тех-то не надо сюда. Тут, кстати, еще патроны. Че, может попробуем? Еще бы автоим хорошо работал. Клоны? А что это за клоны вообще? Я их, по-моему, первый раз вижу, не? Suck it gravity, как говорится, да? А сейчас сделаем. На. Минус первое. А как там? Shift B? Shift A? О! Найс! Последний, ну. Готово. Мне надо этих убить, уродов, которые там пытаются доказать, что они лучше меня! Надо арморщика убить. Найс. Вот теперь будет попроще немного. Немного хотя бы. Хорошо. Наконец-то эти стали слазить, уроды. О, гранатометные. Шмалипы пошли. Найс. Проклятие, Дэдпул. Убил. Кто там еще? Давай, давай, давай. Ой, хорошо, изи. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Последние, да, вот эти остались. Куда это мы прячемся от меня? Что такое, пусечки? Не ожидали такого эффекта? Вот и все. Perforation. Так, у меня 190 тысяч поинтов. Вот теперь их точно на что-то потратить. Тут у меня все куплено, да? Дробовик, так.
Скорость стрельбы 150 тысяч. Так. Вот возьмем 80 тысяч. Это урон. И надо бы вот это взять еще. Хотя... Ну да, наверное, так и сделаем. А, стой! Улучшение игрока. А, ну я не знаю, как это сделать. Тоже не знаю. О! Удваивать частоту экстра разгона. Каждый пятый удар. Ой. Ну давай, возьмем. Каждый пятый удар еще дает разгон. Это хорошо. Тут у нас нычка, кстати, с патронами. И немного бонусов. Да, очень, конечно, неудобно то, что игра заставляет меня к клавиатуре переходить в этой серии. Давай, вылази уже. Вон он. Найс. Давай, умирай уже. Или спрыгивай ко мне прям. Вот, все. По-моему, я тут всех одолел. Или нет? Ты еще не приобрел этот предмет, а что это? А, это, видимо, фугас, скорее всего. Флешки, фугасы всякие. А не, я, кстати, не могу туда забраться, смотри. Ну, прикол такой вот, да. И что мне делать? Мне просто выкуривать этих уродов теперь по КД и все? Теперь эти там наверху бегают. Не, слушайте, мне не нравится эта локация вот эта вот финальная. Мне надо выкуривать вот этих вот уродов просто постоянно. Это глупо, это тупо. Это очень глупо. А почему Дэдпул не шутит на эту тему, мол... разработчики, вы что, долбоебы? Мне надоело по ним стрелять уже. И еще один там. А испытание-то какое? Время для бани, кровавой бани. Ну ладно. Может и правда так и надо. Но по-моему уже должно все закончиться. Я разве не прав? По-моему, в этот раз я прав. Давай, иди сюда. Все. Только не говорите, что... А, все, музыка, по-моему, кончилась, да. О, новая атака пошла. А, так все это время тут можно было забраться наверх. Ну и ладно. Это ж я. Как говорится, потерпим немного. Все, погнали, короче, не будем тянуть резину. Понятное дело, что я их не выиграю, братан. Оверкилл! Йоинк! Изи. Ой, там еще какой-то снайпер кривой сидит. Ну, у меня разгон быстро набирается. Хорошо забрал, да? Я тоже так думаю. Ага. Сука, блядь. Я, конечно, понимаю, что это финал игры, но... Серьезно? Во, все, мы продолжаем с этого момента. Только на этот раз я буду воевать с ними издалека. Ибо мне уже надоели эти уроды, которые огнестрелом тупо меня убивают по полной. Да сколько у тебя хп там? Помри, помри, помри. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. На, изи. Я, вот знаете, о чем подумал, пока тут воевал? Может мне еще какой-то апгрейд купить, серьезно? Ну, давайте возьмем. Увеличить дополнительный разгон на 50%. Вот давай его возьмем. Благодаря тому, что я умираю,
я могу потом купить больше апгрейдов себе. О, видите, как они играют по правилам? Просто за стенкой стоят, и им вообще пух. Еще бы апгрейд на урон какой-то взять у оружия. Вообще у любого огнестрельного оружия. Давай посмотрим на разгон. И у меня опять разгон готов. Но перед этим... Блин, почему этим чудом не пользовался никогда? Я столько в игре возможностей упустил, когда вот это комбо мог взять. Вот так. Изи. Во, видите, отсюда они меня уже не могут достать. Кстати, да, когда комбо вот это делаешь, тоже патроны не расходуют. Точнее, когда блок делаешь, а не комбо. Найс. Ну что там дальше? Минус. Я надеюсь, они когда-нибудь перестанут резаться. На, изи. Все, я могу пока передохнуть. Дэдпул. Ой, красотища-то какая. Мое любимое комбо. Особенно, когда он в упор стреляет. Тихо. А почему у меня разгона до сих пор нет? О! Да что ж такое? Помри, урод, ты последний, ну. Хреновая идея, братан. Хреновая, я сказал. Так, и вот этот остался. Пожалуйста, скажите, что на этом все. Их слишком много, вы не представляете. Я уже подустаю от этого. Да начнется кровавая баня. На! Отодрано. Что там дальше? Еще кто-то есть? Нет? Я думаю, они уже сами, если честно, устали от этого. Ага, и теперь на ту сторону, как я понимаю, да? Да пофиг, используем. Оверхилл. Так, хорошо. Далее. А теперь с этой стороны надо обойти. Это уже какие-то Алекса Мерсеры в капюшонах. А мне разве не надо куда-то вот на ту сторону, не? Ну, видимо, нет. Привет. А в стагер не хочешь попасть эффект? О, ну можно и так. Я уже наумирал в этом прохождении. Все, хватит с меня, братан. Пришла пора сразиться с этим злыднем. Давайте его немного... Ага. Обезоружим, скажем так. Оверкилл. Красота. Нет, серьезно, красота. 156 тысяч поинтов. Слушайте, я за эту главу, по-моему, все куплю вообще. Наноси критическое попадание за каждый 20-й удар. Блин. Так, за каждый 10-й удар берем. Увеличивает урон на 50%. Надо 75 тысяч накопить. Здесь завалено.
Так, погоди, а у меня теперь вопрос. А зачем я вообще вот сюда приходил? Путь вниз? Но он, наверное, ведет просто в эту комнатку. Да-да-да-да-да. Которую я не обнаружил в прошлый раз как раз. Патронами можно запастись. Слушайте, я... О, опять клоны? Так, тут маленькая проблемка вот с этими уродами. Они опять дамажат слишком часто. Надо сначала рабов этих убить. Сначала рабов. Вот этих вот. Вот, все. Ё-моё. It's like killing someone in the future. Все. How can this be? Clones attack! Это все? My God, here come more. Do not fail me, clones. Еще клоны. Guys. Bada-boom. Be careful. Yes, be careful. Just had this suit clean. Что? Стой, 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 стой! Погоди, погоди! Нет, 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 только не вы, только не вы! Подождите, манами вот эти, блядь, подождите. Погодите, там рабы эти атакуют с огнестрелом! Нет, нет, нет! Я на 4 хп выжил. Долбаные рабы с огнестрелом, как они бесят в этой игре. Да, да, именно вы, вот вы, да, вот вы, умри, урод. Вот. Шайни, шайни, я не могу к этим приблизиться, потому что мне мешают огнестрельщики эти. Монами, монами, монами. Sinister buy these guys in bulk? Suck it, gravity! Nice. Вот сейчас начнется прикол. Стой, 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 стой! Не атакуй меня! Подожди, подожди! Да не попадай по мне, алло! Suck it, gravity! Get ready to taste death! А, ему огненный щит какой-то дает, да, вот этот дурак? Ну-ка. Я просто все пытался понять, что она им вообще выдает постоянно. Ты же понимаешь, что они огненные, но вот урон, например, они мне не наносят. Монами сюда идут. Я тоже не знаю, сколько я убил. Но я их уже много тут убил. Помню, мне, кстати, в комментах писали, что Синистер очень сложный враг будет. Но это еще не Синистер, это только начало. А у меня уже бомбит немного. Не, ну только от огнестрельщиков бомбит, потому что урон слишком большой от них. Ты урод, обалдел? Отсоси гравитация. Да, если честно, я реально думал, что закончится это все дело побыстрее. Подожди, я не могу столько драться. Погоди, надо перерыв. Так, 75 тысяч. Это я не беру. Так, это что такое? Тоже атака. Вообще, по идее, я тогда тут все взял. Хотя, погоди, можно будет взять неуязвимость на 10 секунд, да? По-моему, есть такая штука. Ну ладно, может быть, ее я попозже заберу. Посмотрим. Опять эти уроды тут, ну. Это что такое? Алекс Мерсер. Уходи, уходи. Ого. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. I meant to do that. Окей.
Я чувствую, бонусов у меня правда много будет после этой главы. Фух, обалдеть. Не знаю, как вы, но я уже подустал от этой цитадели Магнета. Наконец-то! Все, ребята, финальный босс. О, Арклайт, и Блокбастер, и Вертиго. Стой, стой, стой! Я хотел чайку попить, подожди. Сори, перед финальной битвой надо запастись. Итак, это финальные боссы, и они все вместе! Арклайт! Блокбастер! Да, они все вместе! Клоны? Да? А я этого не заметил. Детка, подожди. Блин, она замедление вот это активирует. Оно неудобное очень. А Вертиго картинку портит на видео. Спокойно, я ж пошутил. Да елки. Слушайте, а может Вертиго займемся, как вы думаете? Блокбастер вон скачет туда-сюда. Ёб твою мать! Оставь меня в покое, сволочь! Надо Арклайт убить. Она самая легкая. Убил. Все, Арклайт убита. Подожди, надо еще какой-то бонус взять. Я уже не знаю, что брать, ребята. У меня уже все проапгрейджено. Скорострельность к дробовику беру. Не знаю зачем. И не спрашивайте зачем. Это кто вообще? Найс, у меня хп нет. 7 хп, ребята. 7 хп, чтобы вы знали. Все, да? Разгон бери. Давай, давай, разгон. Разгон на меня бери, дурак. Во! Ну, Блокбастер не такой уж и сложный враг, если подумать. Блин, я пропустил тайминг. Скажите, у вас в глазах не рябит от этой картинки или уже рябит? Или зачем я это спрашиваю? Это ж не стрим. Это же запись прохождения. Да, позвольте мне по хп регенить немного. Давайте эту Вертиго как-то убьем, я не знаю, она уже задрала. Или надо сначала этих побороть, а потом только Вертиго? А как увидеть критический удар от Дэдпула, кстати? Как-то же можно, наверное, нет? Разгон берешь, бро? Да разгон бери, ну, что ты делаешь? О! А так больше урон наносится, кстати. Давай, последний разгон, братан. Надеюсь, сейчас я убью его. Убил. Все, Блокбастера я убил. Осталась эта дура. О! Оказывается, Вертиго отрубалась с первого удара, прикинь. Прикончим клоуна. Да, только кто из них злыдень? Неважно. Сакет Гравити.
Алло! Оверкилл! Вот это был критический удар. Что это такое? Что это такое? You want mustard with that? А почему он одну и ту же атаку делал? А, ладно. Херовая идея, братан. Блин, я разгон просрал. Теперь еще пара клонов, да? Да. Hey, maybe do it slower next time. Оверкилл. Нормально, зарядил. Еще появились. Ты смотри. Главное, что комбо набирается, это главное. Оверкилл. Найс. Найс. Ой, как мне нравится этот босс-файт. И это ваш финальный босс, как вы говорите? Но пока что он довольно простой. Может, это пока что. Погоди, я бонусы собираю. 595 тысяч очков Дэдпула, вы понимаете это? Писец. Чё, может, попробуем кувалды взять тогда? А чё бы нет? Давай. А, только для них надо было киллы делать, чтобы грейда разблокировать. Ну давай еще разблокируем грейд на дробовик. Вот этот. А, насрать, давай и этот разблокируем. Уже не надо, но может мне ачивку в конце за это дадут просто. На 60 тысяч что-то можно взять? Блин. На 60 тысяч. О! О! Найс! То, что надо. По-моему, что-то пошло не так, да? Так, подожди, ладно, ладно, дай мне обратно мечи мои. Они не грыжены, очень плохие. Кувалды эти. Блин, глаз чешется, подожди! Ау, ау, ау! Не трогай. А вот сейчас уже посерьезней. Алло! Окей, это был изи. Еще один. Еще, да ладно. Оверкилл. Опять чувак с армором, ну сколько можно? Это один из лучших босс-файтов в этой игре просто. Это за что? Нет, 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 не трогай меня, не трогай меня. А сколько я так с ним драться вообще должен буду? Я просто думаю, может тут надо найти какую-то лазейку, чтобы его убить, я не знаю. Еще минус. И еще минус. О! Получено достижение злыденьской смузи. А что, все? О, вот это, походу, оригинал. Well, here we are, the moment of truth. Can you believe it? You know, I wasn't sure how you'd do, but gotta say, you crushed it. Well, we crushed it. We make an amazing team. Dearly brings us to tears. We should do this more often. We thought it'd be better for the game if we did it this way. You know, giving you the glory after we did all the work. Just push your button to execute our super awesome amazing plan.
seriously. Roll credits. We're done here. Holy shit. That was awesome! Deadpool! Hey! You did it, buddy. Look, I know we've had our differences, but look, I'll admit it. The game rocks. You rock, pal. Pal? And I hate to admit this, but we're actually not that much over budget. I didn't want to tell you that before, but now that the game's over, you know. Hey, Peter. Yeah? Get your checkbook ready. No, you're going over budget, damn it! You gotta stop! Ну что ж, друзья, я думаю, вам понравилось это прохождение. Это было прохождение игры Deadpool. Дальше с вами увидимся в игре Watch Dogs 2. С вами был Спектр. Всем пока. Вот теперь точно всем пока.